Давайте про результаты вот этого ракетного визита Зеленского в Хорватию, Дубровник, на эту конференцию. Потом, что там было у нас? Лондон, да? После Лондона пошел Париж. После Парижа визит ночью почти Виталию к Мелани. Потом Ватикан, утром Папа Римский. Ну и дальше Шольц, Германия. Ну, собственно, как бы и по этому последнему элементу визита и скажем, потому что тут как бы материализация есть однозначная, самая такая невооруженным взглядом видно. 600 миллионов они евро дают, там перечисление, что туда входит. А дальше вот самое интересное происходит, потому что до конца года будет получено еще 1,4 миллиарда евро военный пакет. Поддержка, это деньги даст Германия, Бельгия, Норвегия, Дания. А? Ничего не напоминает, нет? Ну, Германия тут непонятно вообще почему, потому что она все-таки это держава телурократии, а не талассократия. Но тем не менее, Италия так обещает какую-то эту конференцию аж в 25-м году, в 25-м году по восстановлению Украины. Может, это уже Мелони не будет, уже вообще в Италии все изменится. Это ж надо в условиях хаоса, энтропии рассказывать, чтобы, ну, хотя, с другой стороны, так и надо делать. Обетянка-тетянка, а Зеленскому радость, и Зеленский украинцам обещает, а украинцам это тоже радость. И классная вообще модель замешанная, то, что надо. То есть, опять, Бельгия, Дания и Нидерланды, три страны, которые классически представляют мировую талассократию. Вот. Ну и, естественно, Британия. Британия начала, как я понимаю, я выставил видео, там такая нервозность началась про Кавказ. Я так понимаю, Британия, их спецслужбы и Франции, соответственно, ну не просто спецслужбы, а это стратегические центры, они включили уже на полную катушку, включают дестабилизацию Кавказа. Это Чечня с одной стороны, с другой стороны блок Дагестан-Ингушетия. Как известно, посмотрите, мой сейчас видео поставил как раз сегодня, и в развитии моего ролика взорвалась эта самая станция по нефтепродуктам прямо в Грозном, там погибшие четыре пока там, ну вообще там серьезное разрушение, там вообще колоссально так ударило, что Рамзан Кадыров говорит, что он этим лично будет заниматься, все в рамках закона, то есть очень он занервничал, конечно. Ну и параллельно в Ингушетии произошло то же, что уничтожена группа людей, как раз связанных с этим центром борьбы с экстремизмом. Ну и выступил Меликов, очень серьезная фигура, главный в Дагестане, он заявил, что Дагестан, все общество будет поддерживать вот этого товарища, которого Кадыров объявил своим главным врагом и сказал, что будет, если он не объяснится и не оправдается, и не докажет, то Кадыров начинает кровную месть. То есть, по сути, уже выстроилась ситуация. Ингушетия, Дагестан. Ингушетия очень переживает, боится. Там их руководитель сказал, что это все хотят национальную рознь посеять. Уже ее не надо сеять, она всегда была. Там мне пишут, что вот это все, тут воюют. Ну, понимаете, в чем проблема людей, вот, живущих бытовым сознанием? Они совершенно не знают истории, тех событий, которые происходили, они не понимают связь, каузальную науку не знают, о революционных войнах, и из себя что-то они изображают. Они занимаются, да, каким-то, вот, ну, например, там вот воюют они, да,
Да, конечно, они жертвуют жизнью своей, они убивают других, они готовы, что их в любой момент убьют. Это их выбор. Это их выбор жизненного пути и этой реальности. Но они думают, что реальность теперь только такая, какую они ее видят. Они совершенно не могут понять, что реальности очень много, они очень разные. А они просто в самом низу этих реальностей. Они не знают опыта Первой мировой. В общем, они ничего этого не знают. Это большая трагедия. Это реально большая трагедия. И, ну, это выбор очень многих сегодня людей. Очень, это миллионов выбор. А практически они, ну ладно, не будем про это говорить. Будем говорить про более общие темы. А более общие темы, они означают, что Кавказ уже взорвался. Это уже взрыв Кавказа. И сейчас, ну, надо прямо говорить, что на Кавказе огромные сети, британские, французские сети, просто огромные. И сейчас эти все спящие сети, они сейчас начнут функционировать. Начнут функционировать. Плюс будет завоз, конечно, сейчас зайдет очень много боевых групп разных с других территорий. Поэтому фактически уже все готово. Ну, даже оно уже началось, оно не просто готово, оно началось. Вопрос, готов ли к этому Путин, ну или там его спецслужбы. Ну, увидим. Это будем видеть. То есть события будут развиваться, причем они идут вот в таком ключе, как бы, таких случайных стахастических, как бы, явлений. Ну, так же, как и в других местах. Поэтому для Зеленского, конечно, то есть я считаю, что одна из целей Зеленского, его поездки, это было как раз колоссально. Я думаю, на коленях стоял и перед, наверное же, была встреча и МИ-6, там, и, ну, вся эта головка спецслужб Британии. 100% и во Франции была встреча, и он там, видно, и перед Стармером, и другими, и во Франции, и Макроном он их просил, стоял на коленях, чтобы они включили Кавказский проект. Я думаю, они его включили. События сейчас показывают, что уже все, проект включили, и ставки поднялись еще выше. Это, в принципе, это очень болезненная вещь для Путина. И это одна была из целей визита Зеленского. Ракеты он не получил, бить ему далеко не дают. Вот, на фронте ситуация очень плохая, и поэтому, ну, как бы, деньги какие-то, сказали, будут давать. И еще один результат, конечно, очень важный. По сути, скажем так, Франция, Британия, Италия, Германия, 4, да? В принципе, видимо, Святой Престол, Ватикан. Ну, кто еще? Франция, Британия, Германия, Италия. Ну, это четыре ключевых страны. Они объединились с точки зрения того, что, ну, и Европейская комиссия, конечно, это Урсула фон дер Ляйен, однозначно, что НАТО, Рюте, да, конечно, руководство НАТО 100%, ну, плюс Бельгия, Нидерланды, королевские дома, ну, Британия, само собой, королевский двор, Норвегия, Швеция, Испания 100% тоже, но, ну, более чуть-чуть так, как бы, сбоку. Ну, наверное, никого не забыл, да? Дания, Нидерланды, Бельгия – это тройка главных таких, которые будут, это F-16, это ракеты, это деньги, они достаточно, ну, Люксембург будет им в этом подыгрывать, они достаточно богаты, поэтому они будут это все поддерживать. И Дания, ну, Швеция, конечно, обязательно Швеция должна открыто выступить в поддержку Зеленского. Я удивляюсь, что до сих пор не выступили. Вот. Ну и Финляндия, наверное, обязательно станет на этот путь. Норвегия. Ну, у них есть проблемка, что они граничат с Россией, но они пойдут сейчас в это. То есть, по сути, формируется антироссийская коалиция, очень мощная, очень мощная. Это европейская, это то, о чем Трамп говорил, что это же для вас важно. Вы финансируете Зеленского. То есть есть огромная, серьезная уже вот эта коалиция.
она будет финансировать этот весь эту всю буйню, будет увеличивать ее, будет нагнетать, будет давать деньги, будет давать ПВО, будет усиливать эти все форматы. 100% за это они ему сказали, Зеленскому, ну хорошо, а где усиление мобилизации? Зеленский дал приказ, и поэтому сейчас произошли такие специально такие флешмобы произошли, когда дали команду военкомам и полиции осуществить в Киеве, в ведущих городах, Львов, Хмельницкий, там, Николаев, Харьков, даже Кривой Рог и так далее, такие демонстрационные походы по разным местам, где собирается молодежь, там, для отдыха, собственно, сегодня суббота, вчера пятница была, предвыходной уже такой день, и произошли там массовые просто такие звериные задержания, там пишут это специально, чтобы люди смотрели в Украине, на фронте, для социальной справедливости. Глупыши, это для картинка для Запада, показать, что режим Зеленского силен, как никогда. Он контролирует полностью эту рабскую спильноту украинскую, рабский социум. Рабов до рая не пускают, это все крепостные. Они не могут сопротивляться, никакого организованного сопротивления не будет. Поэтому Запад должен не волноваться, Зеленский будет выполнять генеральную функцию по уничтожению славян, православных христиан. Очень в этом плане, посмотрите, символично выступление Потураева. Очень интересно он выступил в этом плане. Это как раз вот продвижение. Ну, Потураев, это ж как бы, почитайте его портфолио, вы увидите, как бы, откуда и как он сформировался, и кто его патронирует. Там проблем же и вопросов нету. То есть, фактически, идет формирование абсолютной диктатуры в Украине. Уже никакой ни конституции, ни закона вообще, ничего нету. Просто это полный беспредел. Это уже чистый такой бандитский, разбойничий беспредел. Ну, за что боролись, на то и напоролись, так что поздравляю. Но Запад сделал полную ставку. То есть, ну, вот... Запад там, трудно сказать, Запад не Запад, вот Европа. Европа сделала полную ставку, ставку уже полностью поставлена на карту Зеленского. И его поездка показала, что фактически вся европейская олигократия, они четко определились, что они хотят ослабить, уничтожить Российскую Федерацию, они хотят, чтобы она распалась. Это уже четко видно. И они все в этом объединились. Они все в этом объединились, и они рассматривают уже Зеленского как главного их топ-менеджера, который будет это делать. И он доказал, что он это может делать. Поэтому ситуация обострится колоссально после этих визитов. Вот, собственно, Макрон выскочил, то есть у него есть горизонт жизнедеятельности, там сколько, 2 года. У Шольца тоже нормальная ситуация, ну, она плохая, но у него выборы аж в сентябре 25-го года, то есть у него год есть, времени. А у кого? У Италии, у этой самой, у нее тоже все нормально, у нее Испания, там тоже были выборы. Там тоже Санчес стоит, и король там этот все держит молодой. А кто дальше у нас? Франция, Британия, так там вообще этот Стармер, как говорится, весь в белом и в шоколаде. А, ну так, собственно, у них есть горизонт жизни, этой битвы. И они считают, что Зеленский не зря говорит про 25-й год. То есть, это еще, смотрите, полоктября, ноябрь, декабрь, 3 месяца, и весь 25-й год будет битва. Вот он говорит, что это окончание войны. Это не окончание войны. Это Зеленский видит окончание, и его люди, которые его окружают, да хотя бы посмотрите, это ваше пишет этот Миша Подоляк.
Они видят окончание войны через примушение Российской Федерации и Путина к миру. То есть уничтожение режима Путина. Вот как видит Зеленский окончание войны. А для того, чтобы принудить Россию к миру, надо, чтобы в ней начались гражданские войны. Ну, собственно, это и делается. Там мне тоже пишут, что башкиры классно воюют, татары. Это хорошо. Это как раз те, которые придут ломать правящую элиту Татарстана и Башкирстана. Так всегда было. Так было в Первую мировую войну по полной программе. Да и во Вторую то же самое. Кто уничтожил Сталина? Сталина уничтожила армия. Жуков и часть политического руководства во главе с Хрущевым, как ни странно, Берия предал Сталина. Но они уже все знали, что Сталин хочет их убрать. Они просто Джугашвили убрали первым. Вот и все. Там Вологде паренек этот, он там типа губернатор. Ну, Путин в шутки такие играет, конечно. Он там будет ставить памятник Сталину и этому ублюдку Ивану IV, садисту. Ну, разве это нормально? То есть, это зачем же Вологду еще не хватало? Ну, наверное, еще Вологду надо расколоть. Может, цель у Путина такая, я не знаю. Вот такие результаты визита Зеленского. Вот я бы их вам перечислил. Ну, и это означает, что все, европейская талассократия плюс верхушка той же Германии, которая не является страной моря, они все объединились для уничтожения Российской Федерации руками Украины. Ну, Украина тоже будет, она же не выживет в этой битве. Это так называемая битва на взаимное уничтожение. В принципе, они в этом все заинтересованы. Уничтожение славян и тем более христиан православных, это всегда было целью этих западных элит нынешних. Там в Штутгарде как раз произошла интересная спектакль-постановка, называется «Святая». Почитайте там, не буду пересказывать это. «Полный мрак». Это, конечно, абсолютное такое, это чистая некрофилия такая, гедоническая некрофилия. Почитайте про этот спектакль. Многие вещи поймете.